Я могу сделать что угодно. Может, что-то еще? До встречи, друзья! А что ты здесь делаешь? Я ищу скаб. Это шлак такой. Чего? Шпак? Скаб. Шлак. Руда с особыми вкраплениями, которые нужны для очень сложной работы. Для одних отходы, а для других ценный материал. Ясно. А мы вот собрались добыть кусок великанского резца. Того здоровенного резца, что подо льдом? Ха. Удачи. Давайте начнем. Пригодится. Правда же?
можешь хотя бы просто поздороваться. Сегодня я художник. Что там за идея? Угадаешь? Ну, наверняка не столбом тут стоять. Верно. Но как идти дальше? Куда? В этот дом? Да. Внутри найдется чем разбить лед и добраться до резца? Нет. Я еще угадаю. Гляди в оба, сын! Ну ладно, заходите, если что понадобится. С чего бы начать? Иногда лучше вообще ничего не купить. Мимир, ты бывал тут раньше? Да, как-то бывал тут в качестве посла. Пытался заключить мир между Асгардом и Ванахеймом. Та война унесла столько жизней. Но я не знал, что Тор уже начал охоту на великанов. Но как война богов касалась великанов? Никак, парень. В том-то и трагедия.
Они не принимали участия в этом безумии. Но хуже труса Одина только кровожадный Тор. Еще кристалл. Дай знак. О, почти вышло. Да уж. И правда, к чему нам таиться? Надо освободить второй ремень. Да? Зачем наверх, если то, что нужно, внизу? Думай. Ну, кончик резца скрыт толстым слоем льда, который не растопить. Верно. И взрывных кристаллов рядом нет, так что это тоже не выйдет. Верно.
Остается расколоть лед. Но для этого нужно что-то непомерно огромное. Я понял. Хорошо. Как развернуть молот, чтобы он упал в нужном месте? Никак. Мы срежем его, съедем на нем вниз, и там уже будем разбираться. То есть идея положиться на удачу? Если у тебя есть другая, то я слушаю. Дальше. Держись. Все это плохая идея. Прыгай! Не вышло. Он не долетел. О, нет, пол обвалился. Там чаша с песком, но достанем ли? Ты достанешь. Сын. Что там сказано? Коль времени нарушить ход, оно обратно потечет. Обратно? Как так? Эти знаки. Времена года? Да, но их порядок нарушен. Должно быть зима, весна, лето, осень. Зачем начинать с зимы? Мама пела такую песню. О, я ее знаю. Зима! Тихо, голова. Песни мы тоже не любим, ясно? Вот. Хаос. Сума. Вар. Ветер. Да! Атрей. То слово. Фола. Значит, длится. Попробуй. Фола. Отлично, парень. Пиши еще раз. Фола. Едет! Энергия поднимает платформу. Пиши еще. Фола. 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 Голова. Как это может быть? Я бы сказал, магия времени. Опасная штука. Ваны, высшие боги, раньше могли останавливать время. Сам Нью-Йорк очень любил такие фокусы. Раньше? А потом? Ну... Оказалось, что если остановить время, то солнце и луна тоже застынут в небе. А вот волки, которые за ними гонятся и мечтают их сожрать, не застынут. И боги решили не играть со временем. Go!
Дальше, дальше, пока пол не обрушится. Спасибо. Я сыну. Да пошутил я, старый ты ворчун.
вот он. Как его освободить? Толкнем. Но... Верь мне. Готов? Соберись и толкай изо всех сил. Хорошо. Как спустимся? Спрыгнем. Правда? Вперед! Только не бойся. А чего бояться? Я держу. Ты знаешь, что ты чокнутый? Ты цел? Ага. Хорошо. Идем дальше. Должное разрушать твое призвание. Помни это, голова. Помню каждый миг. Это они были с Бальдром? Племянники? Да. Магни и Моди. Сыновья Тора. Мама говорила, что асы худшие из богов, а Тор худший из асов. Небось и отец плохой. Они уже не дети. Им нет оправданий. Как же Синдри? Они его не найдут.
большой обеденный зал. Весь Мидгард завидовал. Странно, я помню, что тут был огромный канделябр. Оживлял обстановку. Вон. А, да. Волшебный замок.